Состояние души. Глупа брюнетка, ты не обессудь, и удивляться, друг мой, не спеши. Не цвет волос определяет суть. Блондинка – состояние души. А почему я все это читал? Потому что следующая песня называется «Пилот и блондинка». У нас с Валерой есть друзья, ребята, аэрофлотовцы, летчики, они тоже на почве творчества с ними познакомились. И мне рассказали такую историю, Женя Трофимов, что завели они в кабину Ту-154 девушку, уж не важно, там блондинка, не важно. И первое, что она сказала вот что: «Вау, сколько часиков!» Вот, ну и вот после этого получилась такая песня, которая называется «Пилот и блондинка». Скажу, блондинка — это что-то, но вот обидеть может каждый. Ее в кабину самолета, увидев, пригласил однажды. Она вошла, все просветлело, все даже стали выше ростом. Автопилот и тот за делом, хотя он железяка прост. Зачем вам часиков так много? А два руля зачем? Не знаю. А как вы ищете дорогу? Я стюардессой стать мечтаю. Такую сыщите едва ли, особенно эффектно сзади, чтоб все в осадок выпадали, на мини-юбку мою глядя. Вот рейс из Внуково в Хитроу наш лайнер белый совершая. Я не мог сказать ей ноу, она тебе со мной летает. Да вы представьте, это ж круто, когда она туда-обратно. И пассажиры отовсюду глядят, и всем везде приятно. Когда же видите вы лица в салоне членов экипажа, то кнопку вызов проводницы не стоит нажимать вам даже. Она в кабине с капитаном, и понимать немного стала, как управлять аэропланом, и нахрена нам два штурвала. Спасибо.